На территории Одинцовского городского округа до 30 марта остановлены занятия проекта «Активное долголетие» в связи с распространением коронавируса. Информация о том, когда возобновятся занятия и активности проекта, появится в СМИ, официальных аккаунтах администрации и на портале «Активное долголетие». Отметим, что сроки могут быть скорректированы на период действия режима повышенной готовности.